Всем привет, популярчики мои, и сегодня меня просили, ну не сегодня, но когда-то, ну сегодня мы будем делать белку, и меня попросили сделать белку. А, ой, я договорил. Так, ну, ладно, пропустим. Ну, я вот так и не поняла, сделать белку героя персонажа книги или сделать животное белку. Ну, давайте-ка сделаем героя персонажа книги, ну, героя. Она не героиня, но она... Ну, не героиня книги, но она никого... Ну, короче, я не знаю. Так. Для этого забрасываем кота. Ну, смотрите, сейчас я делаю из книжки не дичь, а кошку. И если вот это... Тот, кто просил сделать белку, увидит ATV, увидит это видео, то можешь, пожалуйста, написать, правильно ли я тебя поняла, правильно ли я сделала белку? Именно кошку или нет? Так, ну белка, она пушистая. У нее хвост очень сильно пушистый. Я вам покажу платный и бесплатный. Так. Уши, уши, уши. А я брала палитру вот эту. Дальше прям чуть потемнее цвет. Опа. Ой, нет, уже какой-то, я не знаю, какой. Ну, вот такой какой-то сойдет. Примерно. Что-то прям уж красный был. Ну, вроде бы подходит. Так, ну вот. Дальше хвостик у нее идет как-то с этой, с... О, боже. Эх, ну, на хвосте есть... Сейчас на иглу это... Полоска. Такая полоса, или как она называется, честно, не знаю. Ну, знала, я забыла. Так. Сюда закрасим. Вот. Ну, белка какая-то такая. Примерно. Или нет? Ну, я смотрю по картинкам и как-то вот так вот. Не, у нее эта лапа не такая. У нее белая и та другая. Вот так. Так, дальше. Беленькая лапа. Такой цвет. Просто берем белый и закрашиваем. Вот белая лапа готова, еще у нее белый кончик хвоста. Так, вот так, кончик хвоста. Так, уши, глаза. Так, уши, уши необычные. Так, уши, шнипочки. Что сделать? У нас все же пушисто. Так, глаза. Так, у нас же все же девочка. Ой, что это? Нисходящие лестницы, я не знаю, какие красивые. Ну вот такие, что ли, я не знаю. Были такие, знаете, очень красивые ресницы, я не знаю, куда их подевал этот создатель. По-моему, это такие же, да? Ну, сейчас, давайте посмотрим. Подтвердите. Я закружу. Да, это такие же. Так, реснички. Так, дальше. Глаза у нее как у своего... У своих родителей. Это понятное дело. Зелененькие. Такие красивенькие очень. Так. Ушные пучки сейчас. У нее ж какие? Вот такие или чуть посветлее? Думаю, я сделаю чуть посветлее. Сейчас возьму вот такой вот. Не. Такой же сам. Как вот этот. Сделаю лучше. Вот. Вот так вот. Так. Аксессуары для уже у нее нет. Аксессуары для тела тоже. Мех. Давайте к меху перейдем. Мех для рук. Но она пушистая довольно-таки.
Межеводка, Чельтафт. Ой, Чельтафт, не знаю, зачем я скрываю вниз. А у нее какой мех? Ну, мех можно сделать уже тут на свой вкус. Мне кажется, очень красиво будет смотреться этот. Элегантный мех для лица тоже будет красиво, но у нее не элегантный мех для лица. Ну, можете ставить такой, но не знаю, не очень сильно, честно, подходит. Мех с головой вниз пока что делаем. Мне надо мех с головой вверх или как-то. Так, мех для ножек. Мех для шеи. Нет. Шейный. Ух. Нет. О, шейный. Да, шейный. Ой, нет. Мех на шее. Мех. Ну, вот так вот. Так, верхняя голова из меха. Мех под... Вот, мех под ухом еще надо взять. Возьмем вот этот и подкрасим. Вот. Так. Мех. Вот, мех головы вверх. Красиво очень. Так. Ну, с мехом у нас пока все. Да, так, дальше хвост. Хвостовая полоса. Так, сперва берем вот этот цвет. Дальше цвет уберем. Вот так. Дальше. Смотрите, дальше вы можете взять, в бесплатном виде вы можете взять так, хвост пух. Правда, не будет видно это. Ну, поняли, чего не будет видно, господи, хвостовой полосы, вот. А, и вот, еще можно взять опущенный хвост. Или же, так, это не то, вот это вот. Да, это довольно-таки странно, честно уже сама говорю. Вот. Но зато красиво. Так, полетать. Ну вот. Кто так? Не, мне кажется. Не так, не так. Не так. Вот, красиво. Красотища, ляпотища. Ну, я не знаю, как вам, но мне очень сильно нравится скин белки. Я готова его сохранять у себя. Да, тут довольно... А, ой. Сейчас. Носик мы не сделали. Какого цвета ей надо. Так, сейчас. Давайте. Кожа. Да у нее такой хвостик. Ой, не хвостик, а это... Ну, поняли. Так, у нее еще ушко порвано вроде бы. На Википедии это показано. Хвостик. Уши порванные. Порванные. Вот. Во, боже, какая красивая. Красота. Oh my god. Ну, нос, походу, так я и ставлю. Что мне так? Все хорошо. Все, белочка готова. Давайте-ка в плену ветра тогда, не знаю. Ой, так, сейчас надо... Ой, что-то так, что-то. Так, сейчас. Так, ой. Кстати, сейчас. Я хотела бы напомнить о... Ой, почему она тут какая-то красная? Хотела бы напомнить о конкурсе. И так вот, условия такие. Вы должны подписаться на мой канал, лайкнуть где-то 5 видео, которые вы еще не лайкнули. Написать комментарий какой-то хороший и обязательно поставить в нем плюсик. Но плюсик не надо прям под каждым видео ставить. Ну, хотите под каждым можете ставить, но под каждым прям не обязательно ставить. Ну и я выберу 3 человека. И подарю им по 500 робуксов. И сам конкурс будет на 2000 подписчиков, когда...